Яндекс Ньюс. Добрый день, уважаемые слушатели. Программа «Встретились, поговорили». И сегодня в нашей студии представитель «Аквалайф» Петрович Андрей. Добрый день. Уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Ну, в первую очередь, спасибо вам огромное за такое большое количество заказов. Да, у нас всего было две программы. Но мы решили сейчас здесь появляться как бы часто. Да, надеюсь, будете приглашать. Потому что тема, о которой идет речь в наших передачах, эта тема касается всех. Ведь все мы состоим из воды при рождении на 90%. И постепенно эту воду теряем. Друзья, на 24 марта, на моих 44 года, мы открыли производство здесь, в Латвии. А пока еще мини-производство. Но планируем расширять его или в Даугавпилсе, или в Риге, да, потому что мы свою продукцию, помимо того, что продаем в России мы компания номер один по продажам на протяжении уже, наверное, сколько я там, 6 лет, да, в Москве, но так как пандемия меня застала здесь, то я застрял здесь. И за это время мы открыли производство и тут, и поэтому я вас приглашаю, во-первых, в наш новый магазин «Салон», который находится на улице Гертрудас 64, да, это практически угол Авату и Гертрудас, и там вы можете не только испить водички, подышать чистым, увлажненным, очищенным воздухом, который без бактерий и вирусов, на улице Гертруда 64, наш новый магазин называется Immunitas, а наш новый европейский сайт называется Immunitas.life, с двумя М, Immunitas.life. Что ж такое за слово Immunitas, да, для многих людей непонятно, и почему именно оно, потому что в России мы называемся Aqualife, да, и наши ионизаторы воды, которые, ну, многие их видели под другими брендами, да, на Первом канале постоянная реклама, и многим им, может быть, уже и надоели даже, да, со своей рекламой, но так как, к сожалению или к радости, этот рынок, он очень быстро растущий, да, мы, в принципе, растем иногда на 100, иногда на 300% в год, да, и всего 2% людей, как в Латвии, так и в России, ну, в Германии чуть больше, да, это вторая наша страна по продажам после России. А только вот 2% людей, у них еще есть ионизаторы воды, да, то нам есть куда расти и куда развиваться. Вот сейчас мы уже выходим на американский рынок. Единственное, что мы готовим новых операторов, потому что американский рынок подразумевает 24 часа в сутки работы, так как разница часовых поясов. У нас ночь, а там день. Но реклама, вот что удивительно, да, реклама на Соединенные Штаты Америки стоит дешевле, чем на России, и дешевле, чем в Латвии. Вот это удивительно. По крайней мере, на канале RTVI. Да, это опять же я для бизнесменов говорю, кто, как и мы, собирается куда-то выходить и завоевывать новые рынки. Но, конечно же, рынок России для нас был очень тяжелым, трудным. И, можно сказать, злым. Да, там злым, потому что многие люди до сих пор не понимают, что такое ионизаторы воды. Они вот видели на Первом канале передачу, да? А мы же как считаем, как живут люди в России? Мы смотрим Первый канал, новости, и считаем, что так люди живут в России. Но я хочу сказать, друзья, как человек, который прожил в России практически 6 лет, не приезжая сюда на неделю раз в 2 месяца, да, это не так. Первый канал – это не так, как люди живут в России, все по-другому. Что-то есть хуже, что-то есть лучше. Но, говоря о нашей продукции, почему мы смогли пробить вот этот лед недоверия, и почему мы компания номер один по продажам в России? По одной простой причине. Потому что, как говорил еще Ленин, да, он говорил, что реклама – двигатель торговли. И мы компания номер один по рекламе в России. Поэтому мы вызываем гнев и недовольство. Например, вот я слышал, у вас был голос в заставке руководителя «Эхо Москвы», да, Венедиктова. Но вот у нас, например, идет программа или в 11 часов, а сегодня она в 12, ежедневно. То есть полчаса в день, а в субботу час, да, в субботу час. На таких каналах, как там «Комсомольская правда», тоже на всю Россию, у нас идет час в день, а в субботу 2 часа. Ну, представьте, как могут вас люди любить? Мы, они считают, промываем мозги. Ну, с другой стороны, да, мы промываем мозги, но благодаря чему, кто спонсор нашей компании, никто не может понять. Ведь бюджеты миллионные, да, они составили за это время порядка 6 миллионов евро, да, вот за этих все 6 лет. Вопрос, как эти деньги отбиваются и почему они отбиваются? Ну, во-первых, мы, я еще когда я начинал в Латвии, я начинал и здесь, в Риге, да, начинал 6 лет назад это движение, можно сказать, на чистую воду, мы его так называем. Я прекрасно понимал, что самое сложное будет это донести до человека, что вот вода, она обладает очень важными свойствами, которые активируются в процессе ионизации воды, или, как это называлось в Советском Союзе, когда технология электрохимической активации была абсолютно официальная. То есть, такие приборы продавались в каждой аптеке Советского Союза, но количество аптек было гораздо меньше.
чем сейчас. Почему? Ну, потому что людей здоровых было гораздо больше. Сейчас мы живем в том мире, где срок годности продуктов все время увеличивается, а срок здоровой жизни сокращается. Сегодня уже мыть овощи и фрукты, рыбу и мясо – это мало, мало, чтобы нейтрализовать ту химию, на которой их выращивают, а выращивают их с использованием, если мы говорим, например, о помидорах, об огурцах, и если они растут на гидропонике или на открытом грунте, то выращивают их посредством с использованием более 300 видов разных химических удобрений. Вы только вздумайтесь, 300 видов разных химических удобрений. Разумеется, мало кто знает, что есть овощи, фрукты первый сорт и второй сорт. И вот я каждому из вас советую провести такой эксперимент сегодня. Может быть, кто-то пойдет на рынок и посмотрите, и спросите. Потому что, во-первых, латвийская, а вернее европейские регулы практически никто не соблюдает в Латвии. То есть у каждого продавца, кто продает овощи и фрукты, должна стоять табличка, где вместе с ценником должно быть написано, какого сорта их овощи и фрукты. Но только это написано, как правило, сокращенно, потому что сорт – это шкира на латышском языке. Пирма шкира, отра шкира, да? Так вот, пирма шкира вы, например, найдете в магазине, ну, в каком-нибудь дорогом, например, Sky. Там будет все практически пирма шкира, и поэтому оно будет в 5 раз дороже, чем, например, отра шкира, ну, в каком-нибудь другом магазине лаукостере, да, там, недорогом супермаркете. Так вот, чем отличается первый сорт от второго сорта? Практически как в «Мастер и Маргарита», да, первой свежести, второй свежести. Так вот, он отличается, первое, ценой, разумеется. Первый сорт стоит иногда в 5 раз дороже, а второе – содержанием в овощах и фруктах химических веществ, вредных для организма, не полезных, а вредных для организма. Поэтому второй сорт всегда нужно вымачивать в воде, не только мыть, но и вымачивать в воде, чтобы нейтрализовать вот вредное воздействие этих так называемых нитратов, чем только их не обрабатывают, пестицидов, да, там, гормонов роста и так далее и тому подобное. Не говоря уже о всех остальных вещах. Маслянистая жидкость. Да, да, потому что, во-первых, еще остается. И воском обрабатывают. Вы вымачивали, да, в воде? Да. Расскажите, вот что вы... Нет, ну, вымачивали, ну, разное совершенно. И помидоры, и огурцы, и даже вымачивали сухофрукты и орехи. Да. Вымачивали, потом высушивали, и, в принципе, была совершенно какая-то такая очень маслянистая жидкость. Да, вся грязь выходит в воде. Друзья, у просто Олег Пека, он имеет наш прибор на протяжении уже нескольких лет и им пользуется, да, поэтому он может о нем сказать хорошо. Но мы же, наша рекламная кампания, и эта передача направлена на тех людей, у кого нет наших приборов, поэтому, друзья, если вас интересует тема здоровья, если вас интересует тема водооздоровления, именно водоочищения, если вы хотите похудеть, если вы хотите нормализовать сахар в крови, если вы хотите нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, если у вас запоры, да, если у вас лишний вес, если у вас простатит, если у вас, ну, геморрой, да, если у вас вот какое-либо заболевание, связанное с ацидозом, что такое ацидоз? Это закисление организма, да? И вот недавно про нас сделали вторую передачу на канале НТВ. Есть такая программа «Чудо техники». Первый раз они начудили зверско, потому что они разрезали наш электрод. А электрод у нас сделан из металлов платиновой группы. Это обязательно по технологии. Да, это не причудо. По технологии он должен, чтобы не растворялся в кислотной воде. И, значит, первый раз они сказали, да, у них электрод покрыт платиной. Хотя у нас черного цвета электрод. Как может быть платина черного цвета? Вот такие чудотворцы от чудо-техники. Ну, они решили исправиться и сделали вторую программу, где все сделали еще хуже. Неправильно вставили стаканчик. Вроде говорят, щелочная вода не работает, она не помогает. И тут они берут интервью, вот сейчас важный момент, у врача-реаниматолога. И он говорит, вы знаете, когда человек умирает, если с последним шансом на его спасение, это есть введение в вену ему щелочного раствора. Понимаете, насколько важно ощелачивать наш организм? То есть, единственное спасение человека, который находится в реанимации и оказывает реанимационные процедуры, это введение, ну, опять же, понятно, что чистого, да, санитарного раствора, но щелочного, щелочной воды. Так вот, друзья, я приглашаю всех вас, ну, можете посмотреть, как работает наше мини-производство, да, на улице Гертрудас 64, улица Гертрудас 64, это угол Гертрудас и Авату практически. Магазин называется «Иммунитет». Иммунитас с двумя М. Иммунитас, да, что обозначает иммунитет. А наш новый сайт иммунитас.life
immunitas.life, что в переводе с латыни на русский язык обозначает «иммунитет – это жизнь», immunitas.life, вы можете посмотреть, как выглядят наши приборы, сколько они стоят. Да? На наших российских и международных сайтах у нас еще два сайта – spaaqua.ru, spaaqua.ru, потому что spaaqua – это sanitas per aqua, что обозначает «здоровье через воду», «здоровье через воду», spaaqua.ru. Так вот, и второй наш сайт международный на 8 языках – aqualife.club, aqualife.club, там вы найдете клинические исследования, которые мы проводили в России, клинические исследования, которые проводились в Японии, где ионизированная щелочная вода является официальным лечебным средством на протяжении уже 40 лет. И Япония – это самая здоровая нация на Земле. Ну вот я сам, да, сколько я пью? 8 лет я пью щелочную воду, я в своих 44 года, ну, ни разу не болел простудными заболеваниями все этих 8 лет, что я воду пью. То есть ни разу не болел. А вот вы болели, кстати? Простуды. Нет, простуды не было. Да, вот это факт. Тоже. Дальше. Почему вода работает? Значит, что происходит в нашем организме? Ну, мы знаем, что при рождении мы все состоим из воды на 90% и постепенно эту воду теряем. Значит, что такое процесс электрохимической активации? Значит, прибор устроен просто. Два электрода. Один электрод покрыт металлами платиновой группы, второй из обычной нержавейки. Мембрана, которая пропускает ионы воды, но не пропускает молекулы, то есть ионизированная вода, есть ответ на вопрос, что же это такое. В воде уже есть, она разделяется, да, посредством воздействия на воду постоянного электрического тока. И, значит, разделяется она на щелочную и на кислотную воду. Щелочная вода обладает антиоксидантными свойствами. Вот эта вода вкусная, я думал, с чем ее можно сравнить? Вот если вы когда-то пили, например, ну, опять же, это мое сугубо личное мнение, оценочное суждение, да, как что звучит в нашей программе. Вот Эвиан, например, мне нравится вода Эвиан, да. Вот если поставить стаканчик с водичкой Эвиан и поставить стаканчик со щелочной водой, приготовленной из обычной водопроводной воды, то, в принципе, я даже не знаю, сможете ли вы понять, где какая вода. Потому что я считаю, что вот Эвиан – это лучшая вода, по моему мнению. Если у меня нет ионизированной щелочной воды, я всегда пью воду Эвиан. Ну, сколько она стоит? Наверное, за большую бутылку 3 евро, да? А теперь давайте посчитаем, сколько же стоит щелочная вода, приготовленная в ионизаторе очистителя воды Aqualife Spa Aqua, да? В приборе премиум-класса, который никуда не встраивается. Он переносной, сделан в Латвии, друзья. Ражет Латвия! Говорят, что в Латвии производство не развивается. Вот, пожалуйста. Так вот, друзья, значит, он на 3,5 литра. Там есть голосовой помощник. Он на русском и на английском языке скажет вам, если вы что-то делаете неправильно. Там есть защита от воды IP54. То есть прибор невозможно залить. Он заливаете туда воду из-под крана 3,5 литра. И через 5 или 15 минут у вас получается вода щелочная, которая обладает антиоксидантными свойствами. Которая несет в себе щелочные элементы. Кальций, натрий, магний, калий. То есть те элементы, которые нужны нам для жизни, для работы сердца, для работы мозга, для работы всех внутренних органов. Потому что, как правило, от ацидоза, вот когда человек закисляется, организм, чтобы сохранить нашу жизнь, вынужден брать кальций из костей и зубов. От этого и остеопороз. Поэтому, если у вас вот одно из заболеваний, связанное с ацидозом, а это конкретно давление, это конкретно повышенный сахар в крови, это конкретно запоры, это конкретно геморрой, это конкретно остеопороз, это конкретно изжога, это конкретно любая болезнь, даже простудное заболевание, она, скорее всего, связано с ацидозом, да? Поэтому вот я предлагаю вам взять нашу продукцию на трехмесячный тестовый период. То есть, почему мы компания номер один в России и здесь тоже надоедаем вам, скажем, своей рекламой к тем людям, кто не верит в технологию электрохимической активации? Ну, во-первых, потому что мы даем свою продукцию на трехмесячный тестовый период. То есть, вы взяли ее на 3 месяца, начали пить щелочную воду, начали использовать воду кислотную, а кислотная вода – это антагонист живой воды. Если живая вода, в ней вы вымачиваете овощи и фрукты, рыбу, мясо, все, что вы кушаете, нужно сегодня вымачивать в щелочной воде. Она прекрасный растворитель. И вы даже из второго сорта овощей и фруктов превратите их в первый по количеству полезных и содержанию вредных веществ. Да? Поэтому, вот почему, с чем сравнивают щелочную воду? Ее сравнивают с материнским молоком. В ней в два раза больше кислорода. В ней нету кислотных элементов ни одного. В ней только щелочные элементы. В ней водород, да, натуральный. А в новом нашем латвийском приборе ионизатора очистителя воды Aqualife Spa Aqua, вы получаете более 4 видов ионизированных растворов. Щелочных, в которые пьем каждый день, наполняя себя антиоксидантами. Я, например, свое утро начинаю с 2 пол-литровых стаканов щелочной воды. Вот с 2 пол-литровых стаканов приготовленной щелочной воды. Тем самым ощелачиваю свой организм и запускаю его в действие. Если вы полностью здоровый человек, но вы спортсмен, тогда вы тем более знаете, что такое ацидоз. Потому что каждый спортсмен испытывает ацидоз в виде болей в суставах и мышцах. Ведь выделяется молочный
и пировиноградные кислоты, которые щелочная вода прекрасно нейтрализует. У вас маленькие дети? Пожалуйста. У вас котики и собачки? Пожалуйста. У вас цветы? Вы на огороде? Садовод? Пожалуйста, попробуйте щелочную воду, потому что это работает. И самое главное, что это очень выгодно. Ведь помимо того, что получается щелочная вода, которую мы пьем, омолаживаем, очищаем, восстанавливаем свой организм и в первую очередь восстанавливаем свою иммунную систему, да, то вода кислотная, ну, почему она называется кислотная или в народе она называется мертвая? Во-первых, она кисленькая такая, со вкусом лимона. Во-вторых, в ней не живет ни одна бактерия. То есть, в России она продается как антисептик, да, под названием каталит, да, потому что, вернее, каталит – это живая вода, а анолит – это мертвая вода, под названием анолит. Так вот, что такое анолит? Вот после бритья я побрился сегодня, да, раз – мертвая водичка, никаких раздражений, никаких аллергий. Ранка у вас, язвочка, пожалуйста, заболел зуб у вас, и зубного нету, мертвой воды взяли в рот, все, зубная боль прошла. Сразу же, даже если зуб отломан, открошен. Да, это дырку не залечит, но боль снимет. Также грибковая инфекция. Ну, у многих людей грибки на ногах, да, там, или какие-то пролежни, ранки, какие-то лишаи. Так вот, мертвая вода избавит вас за считанные недели. Вот со всеми этими вопросами, да, вы можете решить их посредством живой, мертвой и серебряной воды. Но в нашем приборе готовится еще и водородная вода, то есть для людей с высоким давлением. То есть прибор делает воду водородную, воду щелочную, которую мы пьем, вымачиваем овощи, фрукты, рыбу, мясо, используем ее для спа-процедур. Ведь что такое спа? СПА – это же аббревиатура. Sanitas per aqua – здоровье через воду. Да, здоровье через воду. И также, а самое главное, что эта вода очень вкусная на вкус. И организм не затрачивает усилия на ее переработку. Ведь наш с вами организм – это ионизатор воды. И энергия на переработку воды очень-очень много ее тратится. Поэтому вы будете чувствовать себя более энергичным, более сильным, хорошо высыпаться. И настроение ваше будет всегда в порядке, друзья, не в зависимости от того, какие события в вашей жизни будут случаться. Я всегда говорю, все 8 лет, что я занимаюсь ионизацией воды, да, ионизацией воздуха, потому что есть не только ионизаторы воды, но есть ионизаторы воздуха. А сегодня в нашем магазине, именно на улице Гертруда 64, вы можете приобрести все, какие существуют в мире, системы очистки воды и воздуха. Да? Системы очистки воды и воздуха. Они там представлены в широком ассортименте. А что-то мы можем привезти вам на заказ. Но, друзья, вот я всегда так говорю. Милые дамы, простите меня, конечно, за это. Но обещать не значит жениться. Поэтому верите ли вы в щелочную воду и в кислотную, в серебряную, водородную воду? Не верите? Здесь вопрос не веры. Мы же вам не обещаем загробную жизнь после смерти. Мы вам обещаем результат в течение тестового периода. Нормализация сахара в крови, нормализация давления, нормализация работы желудочно-кишечного тракта, нормализация работы внутренних органов. Я сейчас дарю людям приборы, да, у которых нет почек, которые сидят на диализе, да, и у них результаты анализов улучшаются. Я дарю приборы людям с ВИЧ-инфекцией, то есть у тех, у которых иммунитет вообще не работает, и у них результаты анализов улучшаются. Поэтому, друзья, если у вас такая ерунда, как дегенеративное заболевание, да, понятно, что ни в коем случае это не лекарство, это ничего не лечит, но все-таки на чем была основана советская медицина? И ведь этот прибор был придуман в советское время. А почему я доверяю советской медицине и советским приборам? А потому что Советский Союз тогда платил за наше лечение. Советский Союз оплачивал наше лечение, и Советскому Союзу было выгодно, чтобы люди были здоровыми. Ведь он же платил за это, да? Поэтому, друзья, вот этот прибор, это прибор действительно лучший в своем классе. Он выполнен на высоком профессиональном техническом уровне. Он сделан в Латвии, да? И я советую вам это дело попробовать. Тем более, что прибор дается на 3-месячный тестовый период. Срок его службы 12 лет. Гарантия на него 4 года. А гарантия на электроды из металлов платиновой группы и серебра 99,99 пробы, она 7 лет, друзья. 7 лет. Так вот, если считать, сколько будет стоить вода, перевести все это, то она будет стоить 10 евроцентов в день. 10 евроцентов в день. В неограниченном объеме вода щелочная, в неограниченном объеме вода кислотная, которой не живет ни одна бактерия, она убивает все вирусы и бактерии, даже споры сибирской язвы и чумы. Да? А также вода серебряная, но серебро сильнее хлорки, она убивает все вирусы и бактерии, и вода водородная. Поэтому все в этой программе я вам рассказать не успел.
А тема очень большая, поэтому мы каждому из вас дарим сегодня энциклопедию пищевых растений, большую такую книжку, как советская энциклопедия. Книжку, в которой написано все от А до Я о воде, а также это важно, например, про онкологию. Мало же кто говорит о работах Отто Варбурга, ведь раковые клетки развиваются в кислотной среде. И он это доказал, Отто Варбург. Поэтому очень важно ощелачивать наш организм, ведь в щелочной среде раковые клетки не развиваются. Дальше, друзья, мы дарим вам ионизатор воздуха сегодня. То есть, сегодня будет два прибора за одну цену, а также pH-тестер, чтобы мы могли проверить, какую воду вы пьете. Что за воду вы пьете? Может быть, у вас из крана течет плохая вода. Хотя в Риге, в принципе, везде вода хорошая. Я вот сам в Москве все время воду пью из крана, но я ее заливаю в ионизатор-очиститель воды Aqualice Pacva, прибор премиум-класса, ионизирую, и тогда ее пью. Пою своих детей, свою мать, свою тещу и даже ведущего Олега Пеку я тоже пою этой водой. Друзья, поэтому давайте так, меньше воды, больше дела. У вас будет 3 месяца, чтобы понять, работает это или нет. Приезжайте в наш магазин на улицу Гертруда 64. Сегодня, во-первых, скидка будет еще 100 евро, да, на прибор. 100 евро, так он стоит 499 евро, а сегодня он будет стоить 399 евро. Плюс в подарок пойдет большой ионизатор воздуха, плюс энциклопедия пищевых растений, друзья. Приезжайте Гертруда 64 или прямо сейчас позвоните и задайте вопросы по телефону 2-700-55-30. Запишите этот номер. 2-700-55-30. 2-700-55-30. 2-700-55-30. Друзья, у нас профессиональные консультанты. Сам я тоже там бываю. Вот сейчас буду выходить в эфир на «Эхо Москвы». Поэтому я всех приглашаю в наш магазин. Я за свои слова отвечаю. И обещаю вам всего две вещи. Или результат, или возврат денег. Поэтому, если вы хотите пить чистую, полезную, вкусную воду, иметь под рукой бактерицид, иметь серебряную воду, водородную воду, то приезжайте в магазин на Гертрудас 64. Гертрудас 64 в городе Риге. Да, бывшая улица Карла Маркса. Улица Гертруда 64. Или прямо сейчас звоните 2-700-55-30. 2-700-55-30. И получайте большой комплект подарков. Ионизатор воды, pH-тестер, книгу, энциклопедию. Ну и, конечно же, сам прибор, ионизатор-очиститель воды Aqualice Pacva, сделанный в Латвии, друзья, сделанный в Латвии. Приезжайте, улица Гертруда 64, или звоните 2-700-55-30. 2-700-55-30. 2-700-55-30. Андрей Петрович и Aqualife были в нашем эфире. Спасибо.